Добрый день, здравствуйте. Сегодня приготовим шоколадную пиццу. Да, увидела рекламу, и мне так захотелось тоже попробовать приготовить. Но не мороженую с магазина, а свою. Понадобится нам мука, сметана, какао, сахар, масло, ванилин, разрыхлитель. Это для теста, но это вместо шоколада. Понимаете, шоколад это же накладно. Ну а теперь то, что сверху. Сверху нам понадобится вареная сгущенка, темный шоколад, орехи, маршмеллоу. Ну, давайте вперед. Масло чуть-чуть надо растопить. Сейчас я уберу его в микроволновую печь. Теперь добавлю сюда какао, щепотку соли, сахар и хорошенечко размешаю. Ну, у нас же там сахар. Чтобы растворился сахар, добавим или йогурт, или сметану. Лучше, конечно, сметану. Теперь хорошенечко перемешаем. Добавим разрыхлитель, ванилин и муку. Муки у нас 100 грамм, нам хватит на одну пиццу. Хорошенечко перемешаем и будем месить наше тесто. Тесто замесили. Теперь возьмем скалку и раскатаем. Вот такого размера у нас будет пицца. Сверху намажем варенку или ирис. В баночках бывают ириски или варенка. Перекладываем прямо сразу с бумагой на противень и выпекаем минут 7-8. Теперь высыпаю на него тертый шоколад, маршмеллоу, орешки, кусочки шоколада, мелкий черный шоколад. Ну и вроде бы все. А теперь отправляемся в духовку. Ну, уже мы духовку выключили. Она просто теплая. На одну минуту. Через минуту наша пицца готова. Посмотрите. Маршмеллоу мягче стало, растаяло. Шоколад тоже. Кусочки остались, но они подтаяли. Теперь надо, чтобы все это остыло. Для того, чтобы остыло, дадим ему время. Прошло некоторое время, пицца остыла. Даже резать его ножом, и когда вы попадаете на шоколад, он уже твердый. Вот такая пицца у нас получилась. На вкус она очень вкусная. Как видите, мы, женщины, можем приготовить все. Я увидела это на экране. И решила приготовить. Правда, вместо песочного теста или шоколадного теста, скажем так, я сделала пока такое. А следующее будет именно точно такое, как на рекламе. Но если вам понравилось даже такое, ставьте лайки, пишите комментарии. И подписывайтесь, если не подписались. У меня еще много будет таких заморочек. А пока, пока-пока. Желаю вам удачи, счастья, здоровья. До свидания.